Бизнес может получить субсидии до 10 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, создание кемпингов и пляжей в регионе. Прием конкурсных заявок стартует 1 августа. Получателей субсидии определят по итогам конкурсного отбора, организованного Комитетом по туризму Мурманской области. Прием заявок с 1 по 10 августа. Размер субсидии зависит от направления проекта. Это сумма до 10 миллионов рублей. Средства можно направить на финансовое обеспечение затрат при реализации проектов, связанных с созданием кемпингов и автокемпингов, приобретением туристического оборудования, разработкой новых туристических маршрутов, созданием электронных путеводителей. Также развитием доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулированием инклюзивного туризма, организацией круглогодичного функционирования и доступности плавательных бассейнов, а также обустройством пляжей на морских побережьях и пресных водоемах в соответствии с ГОСТ. Подробные условия размещены на сайте комитета.